Объявляю вас мужем и женой. Мы уже расслабились, настроились на вечеринку. Хотели сесть. Погудеть. Да, хорошо провести время. Итак, прием начался. Столы были накрыты великолепно, еда выглядела аппетитно. Мы с Лэндоном прохаживались мимо столиков, болтали с гостями. Хотели убедиться, что все довольны, всем нравится. Да. Привет, все хорошо? Я не подозревал о том, что нас ждет. Милая, посмотри. Прошло совсем немного времени, и меня смутило, что все постепенно умолкли. Словно это не свадьба, а тихий час. Я забеспокоился. Все разом сильно вспотели и взмокли, но не от жары. И сильно побледнели. Люди просто... Стало очевидно, что дело плохо. Наша сказочная свадьба стала превращаться... В фильм ужасов, наверное. Гости держались за животы, сжимали рты, стонали. Кошмар. Я не знала, что и думать. Потом началось самое страшное. Худшее, что только может случиться с женихом и невестой на свадьбе. Один из гостей встал со стула. Он направился прямо к нам. Потом он резко повернул в направлении туалета. Я посмотрела на остальных гостей и поняла, что все кончится плохо. Началось массовое бегство из зала в туалет. 30 человек спешили туда, держась за живот. Людей рвало, они не успевали добежать до уборной. Это выглядело ужасно. У туалетов выстроились очереди. Мы поняли, что сейчас начнется хаос. Туалетных комнат было только 3. Что же случилось с нашими гостями? Мы разворотили тот туалет. Мы просто... Господи, прости нас за то, что мы там натворили. Мы гадали, было ли отравление результатом вчерашнего ужина на репетиции свадьбы. И на репетицию, и на саму свадьбу. Блюдо доставила одна и та же компания. Я вдруг выкрикнула: «Не ешьте больше ничего!» Мы с мужем стали всех обходить и отбирать у гостей вилки и ножи, и вдруг ты... Да, и равиоли, и стейки вырвались у меня наружу. Ты подошел к доставщику еды и стал обвинять его в отравлении массы людей. Да, он стал все отрицать и бубнил: «Нет, этого не может быть. Наша компания», и так далее, и так далее. Он хотел, чтобы я остыл немного. Точно. Мы слышали, что наших гостей просто выворачивает наизнанку. Кого-то рвало, у других началась диарея, а у некоторых и то, и другое. Как у меня, например. Это было ужасно. О, да. Наша свадьба превратилась в отвратительное шоу. Пока мы обсуждали причину этого бедствия, ситуация ухудшалась.